Привет, друзья! В России начали изучать украинские оперативно-тактические ракеты ATCMS американского производства. Техническая информация о них в ссылке на видео в комментариях к ролику. Изучаются три лазерных кольцевых гироскопа, помогающих системе наведения удерживать ракету ATCMS на заданной баллистической траектории, и GPS-антенны, обеспечивающие коррекцию на первичном и конечном участке полета ракеты. По заявлению технического специалиста, мы можем анализировать работу систем ракет на всем этапе траектории полета, базу коррекции, насколько она может корректироваться. Подробности в видео. Представлены части ракеты «Атакамс». Это система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря ним она на отстроенной баллистической траектории удерживается. Запрограммированной траектории. Это GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории. Ну, мы можем, в принципе, анализировать работу систем ракеты на все этапы траектории полета, то есть в базу коррекции, насколько она может корректироваться, потому что она летит по сложной баллистической траектории. Знаем каналы управления ракеты, то есть благодаря каким спутникам производится ее коррекция. Данные гироскопы производятся в промышленном масштабе, они применяются в авиации, для ракет являются наиболее точной. Принцип изменения скорости лазерного луча. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.